Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, нашу новую серию 6 сезона с модом Пиксельмон, где мы, как обычно, продолжим искать, ловить, прокачивать новых покемонов. Да, ребята, все это нас ждет в новой серии, так же, как и поиск нового гима. Да, ребята, но также не забываем ставить лайки, ведь я очень сильно рад каждому лайку. Как только мы наберем 1200 лайков, сразу же выходит новая серия Пиксельмон, поэтому, когда она выйдет, зависит только от вас. Секунда, чтобы поставить лайк. Не поленись, пожалуйста, одна секунда, но именно ты можешь ускорить выход новой серии. Да, ребята, я также люблю и ценю своих подписчиков, поэтому вы также сможете подписаться на мой канал. Там в уголку есть кнопочка с надписью «Подписка», и также под видео есть большая красная кнопочка с надписью «Подписаться». Я также буду очень сильно рад, если ты на нее нажмешь, потому что каждый подписчик для меня друг, и каждый подписчик для меня важен. Поэтому также не поленись, нажми на кнопочку, и ты действительно сможешь изменить мир чуть-чуть. И немного, но в лучшую сторону. Да, ребята, а мы приступаем к самому видео. Что сегодня, ребята, мы будем делать? А мы будем дальше искать, ловить и прокачивать покемонов. Кто не заметил, то у нас в команде уже два прокачанных покемона. А, Тропиус у нас 30 уровень, Тропиус у нас, нифига себе, 54 уровень. Тропиус у нас в предыдущей серии уже был прокачанный достаточно. Он был уже около 40 уровня. Но... так сложились обстоятельства, то что мы к концу серии нашли еще одного Тропиуса. И он был шайни. Да, ребята, поэтому наши планы немного изменились, и нам нужно было его перекачивать. В принципе, не было, а и сейчас нужно. Этим мы сейчас и занимаемся. Кто у нас был вместо Суйкуна? Ребята, кто-то помнит? Вроде Пипинсер, только где сейчас Пипинсер? Пипинсер его найдешь. А, вот он. Вроде так. Старый прокачанный, Пипинсер прокачан. Сейчас Тропиус еще 18 уровней, потом Иви. Ребята, в кого Иви? Кирлия. Кирлия я более-менее знаю. Иви, ну хуй дум, уже 57 уровень, он уже более-менее так прокачан. Давайте сначала выложим... главное, жопу не припечь тут возле огня. Давайте сначала выложим все нам ненужные ресурсы с Пиксельмона. А, в принципе, ненужных ресурсов у нас тут достаточно, как вы... А что я только что выложил? Вроде какой-то нам нужный предмет. Случайно, ребята, не кричите. Это что такое? А, нет, эта атака нам не нужна, мы ее выкладываем. Куча новых всяких тут предметов. Это. Вроде все, да? Вроде все. Сейчас давайте выложим то, что нам не нужно. Точнее, даже не выложим, а выбросим. Удочка. Ну, пускай будет, ладно. Что делать? Пускай будет, ребята. Блоки у нас нету. Это замечательно. Это... И вот это. Да? Все? Больше ничего. Тут у нас это. Это мы сюда поставим. Круто. Вот сейчас, ребята, мы выложим вот эти все нам ненужные вещички. И после этого мы сразу же потопаем на поиски новых покемонов, новых боссов. И также новых... Иди вон. Новых шайни покемонов. Твою мать. Новых шайни покемонов. Но, ребята, знаете что? Все-таки не буду я выкладывать Суйкуна. Я почему-то сейчас подумал и решил, то, что не буду я его выкладывать. Давайте мы его возьмем на всякий пожарный. Потому что у меня вот есть такое небольшое предчувствие, что в этой серии может кто-то да заспарниться. Вот почему-то есть такое небольшое предчувствие. Ребята, у вас есть? У меня, если честно, есть. Поэтому давайте мы сразу же отправимся на наш островочек. Там, во-первых, круто прокачивать Тропиуса, потому что летающий против водных офигенное противостояние. Плюс к тому, сейчас ночь, а ночью, да, в принципе, ночью большие покемоны спавнятся, то есть большие уровни, и ночью не только покемоны спавнятся, да, Даллас, да, мелкий, Школотрон, не только покемоны, а также и легенды, так что, ребята, будем надеяться. Смотрите внимательно в воду, знаете почему, ребята? А если вы заметите проплывающую дротини, а я ее не замечу, кричите в комментариях, мол, Эдисон, как ты не заметил дротини, она там под твоим носом проплывала, а ты ее пропустил. И, ребята, напишите, на какой минуте, на какой секунде я ее пропустил. Это вам вот такое задание на эту серию. Так, там есть кто-то с больших уровней?
да? Языкастый. Текстурку бы ему поменять, а то выглядит как будто какой-то бутерброд просроченный нахрен. Синий. Поэтому было бы круто, если бы ему текстурку поменяли. Ночь приступает, наступает время спауна легенд. Мы будем, по крайней мере, надеяться, то, что спаун все-таки произойдет. Я, по крайней мере, очень хочу в это верить. Да. Ну что, ждем. Только я почему-то не вижу... Еще один шайни. Иди ты в пень, Слоупоша. Мы тебя уже словили в предыдущей серии. И не обычного, а шайни. Поэтому с нас хватит. Больше нам ты не нужен. Давайте, может, я не знаю, Это кто там? Херосос... Не, херокросы всякие. Нет, у меня все нормально. Херососы, херокросы всякие, там пипинцеры, офигеть. Вот покемоны какие-то извращенцы пошли. А, Тропиус, нападай! Только сможешь ли ты его заколбасить? Мне вот это интересно. Сможешь ли ты его заколбасить? Да, 4600 опыта! Там уже слоуброши появляются, херосос, кросы. Здрасте, голубенькие, или там темно-синенькие. Да, в принципе, на тебя нету большого смысла, я сказал, нету большого смысла нападать. Можешь гулять, мы тебя отпускаем. Что это там за чудо-юдо? Чудо-юдо, рыба-кит, или кто это... А это дебил, это ты умираешь. Я думал, там какой-то новый покемон без модов. Сидит там. Или шайни какой-то, или босс. Это суицидник. Ну что тут не паскудина? Что там необычного? Просто чувак сидит и убивает себя. Ну, каждый день. Мы каждый день такое видим. Аланочек. Подойди-ка ты, дружочек. В рот, в колено... Хотел, говорит, что-то придумать. В рот, колено, в попу, в нос. Получай-ка ты... Нет! Вот придумайте сами последнее слово. Я хотел сказать, но лучше я промолчу. Вот придумайте, что... Ваше финальное слово, которое больше всего подходит к концу этой песенки. Я бы сказал, вот отлично, прям самая отличная рифма, но лучше я промолчу, ребят. Я не могу убежать, иди ты в пень, не могу я убежать. Могу я убежать? Чё ты меня тут колбасишь? Иви, захреначка ты, давай. Ты меня, Иви, немного... Ну как сказать, подвела, зараза мелкая. Главное, чтобы мы сейчас не перекачали, замечательно. Фу, слоуброши в атаку, дайте-ка нам больше всего так уровней. Вы любите, у вас прям жирные такие задницы, и задниц ваших действительно так много опыта выпадает. Вот с одного слоупоша выпал 1400 опыта. Ну, я не скажу, что это прям круто, но все же. Нужно нам вернуть свой лакетч. Я не помню, где его оставил, может где-то дома, в каком-то сундучке или еще где-то. Нужно бы его вернуть, потому что полезная хреновина. А я его где-то оставил, забыл. Забыл, нельзя забывать, ребята, нельзя забывать. У меня уже склероз, если честно. Мне 20 лет, мне 20 лет, ребята, у меня уже небольшой склероз, я вам честно говорю. Или просто от усталости я уже так забываю, то что это охренеть, да, цветочек? Не знаю, может просто не высыпаюсь, есть такое. Я каждый день сплю, может, по 6,5 часов, а минимум, ребята, вот что-что, но минимум нужно спать 8 часов. 8 часов это полностью такой здоровый сон. Если вы спали 8 часов, то в принципе вы должны быть полными сил идти и просиживать свои штанишки на учебе или на работе, да? Но все же, если вы спите меньше, чем 8 часов, это уже такой хреновенький сон. И вы уже, в принципе, можете даже не высыпаться и потом ходить сонными целый день, как я, например. Поэтому я не могу себя заставить. Я не могу себя заставить ложиться спать там в 10:30, в 11:30. Я просыпаюсь в 8:30. В 7:30. То есть
я ложусь спать в 12.30, я сплю 7 часов, иногда 6.5. Я не могу себя заставить ложиться в 11 часов. Вот сейчас я записываю серию, у меня 11:30. Как я нафиг могу лечь в 12... Как я могу лечь в 11 часов, если я в 11:30 только серию записываю? Никак. Поэтому, ребята, я потом такой усталый целый день хожу, что это прям с ума можно сойти. Вот честное слово. Это хреново. Ладно, если ты так один день не выспался, если ты так 2 дня не выспался. Но если ты так... Такой у тебя образ жизни, то, что ты не высыпаешься, это хреново. Хреново, ребята, сказывается на здоровье. Я по себе знаю то, что у меня уже здоровье не самое лучшее, хоть мне уже 20 лет. Хоть еще 20 лет, да. Поэтому, ребята, я вам заранее... Шайни. Он у нас... Ребята, у нас есть хот-дог Шайни. Худ-худ. Пускай будет хот-дог. Есть ли у нас хот-дог Шайни? Хоть вы убейте, я не помню. Вот честное слово, я не помню. Что-то там мигом там пробегает в голове, что где вроде что-то шайни есть, какой-то хот-дог, но я не помню на 100%. А пропускайте бежать домой, мол, давайте посмотрим, есть ли у нас шайни, и потом возвращаться, он уже, в принципе, пропадет. Нету смысла. Пинеко. Шишка. Пускай будет шишка. Мы потом ее назовем, потому что она реально шишка. Как... Это что там шайни... Или показалось, хрен его знает. Ладно, неважно. Чё-то, легенды, чё-то, кто-то где-то что-то сказал, а? Или мне послышалось легенды, а? Давайте. Выскакивайте, вылазите. До конца серии минимум одну легенду мне 100% нужно. Поэтому давайте не подводите. Где мой нахрен XP-шер, ребята? У меня то ли забаганный какой-то пиксельмон, то ли у меня шапочки пропадают. И лакеч куда-то испарился. XP-шер куда-то испарился, нафиг. Хрен его знает. Ладно, сейчас вернемся домой. Твою мать, стой-ка ты на месте, зараза. Сейчас вернемся домой, посмотрим. Может, я их реально в сундуке оставил или что-то еще. Короче, дело было ночью. Мы садимся на Суйкуна и попрыгали мы... Да не на Хуйдума, а на Суйкуна. Вы, походу, братья, Хуйдум, Суйкун. Чё-то такое есть. Семейное. Давайте попробуем, ребята. Не знаем. Дратини, в принципе, ночью не спа... Хотя... Я помню, в предыдущем сезоне ночью куча драгонейров на нашем острове спавнилась. Но это новая... Ну, как новая? По сравнению с предыдущим сезоном, да, это новая версия. Ну, будем надеяться, что всё-таки кто-то да может и заспавниться. Кьогр... Лугия, вы слышали меня? Прием, спавнитесь. Как договаривались? За что я вам, заразы, платил, чтобы вы заспавнились, да? И не платил, или просто просил. Но, как я вижу, попрыг... Знаете, вот такие рыбы какие-то прыгуни, которые вот так выпрыгивают с воды, или как дельфины, да, в море. Выпрыгивают и обратно. Так же и наш Суйкун. Суйкуша... Или вообще легенды, пожалуйста, тут уже... Это кто? Нет, это обычный Голдин. Нет, это не Шайни. Уже утро, заразёныши, давайте вылазите. Или давайте быстренько. Desert M. Да, вот. Почему я сюда быстро тпкнулся? Потому что на закате, на рассвете спавнится Райкваза. И хрен его знает, сможет ли она заспавниться, но попытка не пытка. Опа. Зато мы Сиджилифа нашли. А он только спавнится в этом биоме, то есть Desert M. У нас его 100% нету. Сиджилиф! Нет, это самовар. Вот я вспомнил, как мы его называли в предыдущем сезоне. Это у нас самовар. Да, ребят, он реально самовар нахрен как выглядит. Вот посмотрите на него. Чайник. Вот чайник чайником. Какой это покемон? Это чайник или самовар? Ну, точно, что не покемон. А, зачем я его даскболом ляблю? Зачем я его даскболом ляблю? Если уже утро. Лявить даскболом днем нехорошо. Поэтому он и даскбол. Зараза. Залезай-ка ты и не выпендривайся. Кого-кого, но тебя 100% мастербол ловить не буду. Мне лень просто ему сносить здоровье до красного цвета. Я, конечно, могу попытаться, но... Я боюсь, я его запинаю. Хотя, если ты такой наглый...
Хренак. О, Тропиус свое дело знает. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Красненькому цвету. Сейчас мы его приведем. Вот. Все, все. Тропиус. Кэш, кэш. Все. Ты нам помог? Можешь идти гулять. Давай, давай, давай. Ребята, просим. Давай, 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 давай. Да. Твою мать. Мы же тебя все просим. Чайник. Ты че выпендриваешься? Залезай. И все, мы чайчочек тебе заварим. Как только чувак у чайчочки услышал, сразу забежал в пол. Так, ну что, тут кто-то вылезет сегодня или нет? А мне... Энтей где спать? Райкул днем. О, ребята, точно, давайте Райкул посмотрим. Джангл, джангл, спай. Или джунгли, джунгли. Джунгли, это тоже отличное место, там тоже легенда может появиться, да. Мью. А с Мью может и Мью тупо появиться, да? Клон машины это дело, да. Но главное, чтобы вообще Мью появилась. Вот тут твою я и думаю, что-то мир как-то изменился. Это я без шейдеров играю. Мью, конечно, паскудина еще та, да, Трико. Да ну в жопу деревенскую, это Шайни Трико? Трико, мать его, Шайни. Йоу, это офигеть как круто. Ладно, Шайни стартовик. Кого просто найти? Ребята, как я знаю, со всех Шайни стартовиков в этом сезоне у нас только есть Шайни Сквиртл. Как я знаю. Больше вроде никого нету. Шайни, не, Шайни Бульбасавра вроде нету. Ладно, если бы мы нашли Шайни Ошавота. Ладно, если бы мы нашли Шайни там Чикариту. Шайни там, ну ладно, Шайни Чармандера еще, допустим. Но это Трико, самого Трико нахрен не так-то просто найти. В джунглях. Потому что, в принципе, это такой более-менее редкий стартовик. А это Шайни Трико стартовик. Охренеть. Ребята, мы пришли за Мью, а словили Шайни Трико. С одной стороны, да, это круто. Пришли за одним покемоном, но словили другого крутого покемона. Но с другой стороны, моя теория все продолжает подтверждаться. Почему? Потому что как Септайл. Сотый уровень, ни хрена себе. Да нам что, теперь его выкидывать или просто заменить? Наверное, потом заменим. Фиг его знает. А, так, также худ-худа. Хот-хота, хот-дога посмотрим. Где-то, вот. Нет, это обычно. Значит, потом прокачаем. Да, ребята, офигеть. Двух Шайни. Шайни Трико. Офигеть, ребята. Моя теория все продолжает повторяться, потому что, как вы видите, ребята, как вы видите, как я сказал около 50 серий назад, то, что Мью сговорилась вообще со всеми покемонами. Да вообще легендарные покемоны сговорились. То, что мне дают офигеть, как сколько много боссов. Мне дают офигеть, как сколько много крутых шайни покемонов. Но с легендарных покемонов, к сожалению, никто не спавнится. И хрен его пойми, почему. Честное слово, ребята. Как у нас было? Как у нас вообще было? Серии так 20, 30, 40 нас. Ну хрен его знает когда, но вообще, как у нас было. Мы находили одного шайни покемона, одного босса за 20-30 серий. Где-то так. А сейчас мы находим по 2, по 3 и шайни, и боссов в одной серии. И это, ребята, действительно заговор легенд с обычными покемонами. Они сговорились то, что, мол, спамьтесь там Эдисону, куча шайни, куча там боссов, но никаких легендарных покемонов. Нет, Эдисон обойдется без легендарных покемонов. Конечно, зараза. Конечно, обойдусь. Так, иди сюда. Тропиус. Шайни Тропиус. Шайни Трико, мать его. Это редкий покемон сам по себе. А плюс тому, то, что это еще и Шайни, это офигеть. Да носатые там. Поставали там курлычу тебе, голубочки. Райкоу, пожалуйста, ребята, давайте дружно попросим Райкоу заспавниться. Он же тут спавнится, да, зараза? В предыдущем сезоне ты нам отдохнуть не давал. Ты спавнился по 2-3 раза в серии. Я вообще не понимал, что это такое было, но факт в том, что он реально спавнился. А сейчас, наверное, как бы мы тебя ни просили, ты хрен заспавнишься. Ты не заспавнишься, зараза. Но надо бы, надо бы.
Ты нас слышишь, Райкоу? Давай, давай, вылезай со своей норки. Давай, зараза, давай, давай, давай. Только мы уже пролетели этот биом, тут разве что Гроудоша может заспавиться. И то это тот покемон, который нам по сути нафиг не нужен. Ладно, давайте еще раз отправим... Это что тут за белобрысый? Или рыжеволосый? Давайте отправимся еще раз на поиски Мью. Вот сейчас... Это у нас домик? Да, это у нас домик. Посмотрим, ребят, кто его знает, кто может заспавиться. Шайни Трико, ты заспавился? Я вообще, если честно, не ожидал. А? В такой-то степени, в такой-то мере может и Мью заспавиться. Хотелось бы, если честно, но... Вы сами видите, ребята, вы сами видите то, что легенды действительно какие-то паскуды, которые просто-напросто сговорились против нас и которые не спавнятся. Нужно, наверное, ночи дожидаться, потому что, мне кажется, сейчас в океане для нас самый оптимальный вариант, потому что там, во-первых, может и Лугия заспавиться, и также Кьогр, и, в принципе, даже Дратини. Ну, как даже? Я сначала сказал, типа, таких мелких покемонов, а потом даже Дратини. Нет, в том смысле, что даже Дратини, потому что, ну, ее также не очень просто найти, потому что без покерадара найти нам нужного редкого покемона, который спавнится в воде... Я не скажу, что просто, потому что мы хрен его видим, да, по сути он же находится в воде, а мы не можем видеть, кто там находится, разве что если у вас какое-то супер там зрение Леголаса или еще кого-то, тут нету никаких шайни покемонов, мы вообще находили какого-то шайни покемона в горах. Вот Шакла мы находили, да, но Шакла, я хрен его знает, в горах мы его находили. Вроде возле, где-то возле гор, ну 100% не в горах. Фиг его знает, ребята, честное слово. А тут у нас Энтей спавнится, Extreme Hills. Extreme Hills, и он вроде Extreme Plus вот там спавнится. Вот, Extreme Hills Plus, вот тут он может заспавниться. А давайте мы, может, ночи подождем. Вот, ребята, у нас уже ночь, я выключил шейдеры, потому что было очень темно, и сейчас мы тут немного полетаем и поищем Энтея, огненного пса, заразу, собака противная, давай вылезай, а то уже у нас действительно давно не было легендарных покемонов Extreme Hills и Extreme Hills обычные, да, и также еще какие-то там есть Extreme Hills'ы? Экстрим плюс. Ну, хрен его знает. По идее, да, он тут должен спавниться. Это по идее. По идее, везде кто-то должен спавниться, но те, кто нам нужны, не спавнятся. Ладно, давайте не будем тут тоже терять время, а отправимся сейчас действительно в океан. Так, это кто? Пупок. Пупок! Пупок нам тоже не нужен. Пупка мы уже давным-давно словили. Ух ты, крокодили нас громадная нафиг. Только он... У нас уже есть тот Одайл. И, в принципе, даже если бы не было, я бы не ловил его третью эволюцию. Твою мать, а. Твою мать. Я же хотел сбежать, а ты меня убил. Вот ты паскона. Да дай мне сбежать, вот ты жирняй. Твою мать, вот ты еще рачина. Не то что рачина, вот напал на меня, 14 уровень, балбес. Поке хил, так, вот сейчас иди, твою мать, вот я снайпер нафиг. Иди сюда, крокодил баль. Ладно, время для хуйдума, хуйдум, давай, накажи по самое не хочу. А то наглый крокодилушка попался. Опа. Опа! И полетела бомба. А тут, в принципе, тоже еще много всяких крутых, как я понял, покемонов. Слоуброша мелкий, мы сейчас его завалим. Еще раз я сказал, завалим. И еще раз я сказал. Ты какой-то непослушный. Убейся. Молодец. Грамоту тебе в руки. И еще рачина вот это. Ну, вы поняли. Бутербродик. Давай, ну, стрезда у него полная жизнь, поэтому мы можем попытаться его убить. Ну, в смысле, у нашего Тропиуса полная жизнь. Тропиус, ты сейчас... Нет, ты сейчас будешь 40-м уровнем. Да, замечательно. Значит, мы тебе еще прокачаем 10 уровней, да, Элиот? И потом мы тебя можем выкладывать. Так, это там кто? Это что за туса? А Эдисона не пригласили. Это шан твою, да ты чё ты в водяру падаешь? В водяру. Это шайни балбес. А у нас вроде...
У нас есть его первая эволюция. Как я знаю, у нас вроде есть его первая эволюция. Но что будет очень хреново и очень обидно, то что если я его сейчас не словлю, и окажется то, что я ошибся, и у нас нету его первой эволюции. Охренеть, что мне делать, ребята? Нужно... Вот как я понял, нужно всегда с собой носить компьютер. Всегда. Чтобы проверять, есть ли у нас этот покемон или нет у нас этого покемона. По идее, если мы накинем на него, у нас показывается нет. Но у нас его, у нас есть его первая эволюция. Я уверен на 75%, то, что у нас есть его первая эволюция. Попробуем, Я на него много болов не хочу тратить. Но это реально будет очень обидно. Ну, ладно, то есть, даже если у нас есть его первая эволюция, нам труда не составит его просто удалить. Потому что, сами видите, то что ничего такого страшного, много ресурсов мы на него не потратили, ни хрена себе, мы его парализировали будет. Много ресурсов мы на него не потратили, точнее, много болов, поэтому даже если у нас есть его первая эволюция, ничего такого страшного нету. Вот это нужно, только... Давайте вот это, пофиг. Ой-яй-яй-яй-яй, Райквоза, вылезай. Давайте, заразы, кто-то, ну покажитесь уже на свет, нафиг. Вигли или игли там. А кстати, Джиглипафа можно же спарить, и с него получится первая эволюция. А в смысле, первая его эволюция Джиглипафа в этой версии не спамится. Ее можно только спарить. Вздрюкать двух, ну, не нам вздрюкать двух джиглипафов, а чтобы они вздрюкались, и вот тогда получится и детеныш, да, первая эволюция. Если таким прям человеческим путем, да, не буду же я объяснять там, нам нужно взять, сделать там спаривальную машину, поставить там на столько-то блоков, сделать там заграждение, потом специальные блоки, чтобы они там сидели, нам потребуется столько там времени, чтобы они там спаривались, потом забрать яйцо, потом его высиживать. А просто взять два джиглипафа, шпили-вили, появился ребенок, первая эволюция, мы потом его походили, в кармане поносили, круто, все, у нас есть первая эволюция. Вот таким более, таким... доступным способом, чтобы все поняли, что я хочу сказать. А то, знаете, там... объяснять, мне кажется, смысла нету. Многие просто пропустят, а Эдисон будет... ну, пропустит мимо ушей, Эдисон будет париться и объяснять, как это все делается. Ну что, опять никто в этой серии не заспал... ну, если исключить Shiny Trico. Но я имею в виду, легенд опять никто не заспалился. Да? Да? Ох, Глум, вот ты зараза. Скажи мне, пожалуйста, почему, слюнтяй, почему никто не спамится? Почему легенды не спамятся? А, ну подскажи. Ну куда ты бежишь? Чё ты оборачиваешься? Мы же тебя не обижали. Ну подскажи. Он, короче, вообще в кайфе, смотрите, у него не то, что даже глаза закатились, у него вообще глаза даже не открылись. Ты чё, родственник какой-то китайца нафиг? Чихуай муяни и всякие хуяни. Но, не знаю, может у него с рождения так. Не знаю, ребята, честное слово. Ладно, мне кажется или действительно? Нет, мне не кажется, действительно нужно уже заканчивать серию. Твою мать. Вот этого бульдога мы тоже словим, но немного позже. Нужно уже действительно заканчивать серию. Серия уже сейчас будет длиться полчаса. Там паниты, там джиглипафы, там бычары. Тут дебилы какие-то зубастые. Ай, потопали. Там всякие хрюшки, поросенки. Ну, ладно. В принципе, ребята, мы действительно на этом уже можем закончить. Я прям тут... это чё за... Санфлора? Это чё за... чё за подсолнух, семечки ты? О, точно, моему кличку... давайте моему кличку Семечка дадим. А чё, реально? Отличная кличка, Семечка. Семечки почем, бабуля? Сейчас он нам скажет, если, конечно, словится. Ультрабол. Залезай, не вылезай. Это прям, знаете, когда вы ловите кого-то ультраболом, нужно специально говорить. Залезай, не вылезай. И если вы это скажете, прям заклинание получше, чем у Гарри Поттера, то 100% покемон словится даже без каких-то либо отговорок. Ребята, это действительно нужно запомнить, потому что это секретный способ. Это я внес...
короче, зачитрил весь пиксельмон и внес то, что... внес такое изменение, как только вы говорите «залезай, не вылезай», когда вы ловите кого-то с помощью ультрабола, то он не может вылезти. А, я сейчас умирать начну. Не, или я... Да, начну! Умирать нельзя от голода. Не, ребята, это нельзя так делать. Так, это выкинем. Это нафиг выкинем. И все. На этом мы действительно закончим эту серию тут возле... возле Паниты. Возле этой Паниты. Это более такая мирная, кажется, твою. Я сказал мирная, потому что ты на месте стояла. Поэтому и стой. Стой, все. Селфи. Ну, в принципе, ребята, действительно, мы на этом будем уже заканчивать эту серию. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что, как я сказал на начале этой серии, как только мы наберем 1200 лайков, выходит новая серия Пиксельмона. Да, ребята, и когда это будет, зависит только от вас. Может, именно твой лайк повлияет на выход новой серии, и она выйдет завтра или послезавтра, а не через 2-3 дня. Поэтому, ребята, как только, как быстрее, как... чем быстрее мы наберем 1200 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Не очень-то так сложно нажать на одну кнопочку, которая находится под видео. Ребята, не поленитесь, это действительно займет у вас секунду времени, но вы действительно просто-напросто сможете сказать мне спасибо за то, что я выпускаю для вас видео. А тем самым я говорю вам спасибо за то, что вы ставите лайки. Да, ребята, также там в уголку есть кнопочка с надписью «Подписка», и под видео есть тоже кнопочка «Подписка». Для тех, кто не знал, поэтому также не ленитесь на нее нажать. Если вы думаете, то, что вы смотрите это видео, но вы не подписаны, и это, в принципе, ничего не изменяет, это изменяет, потому что каждый подписчик для меня важен. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому также не поленись и подпишись, и тем самым сделай мне приятно. Я прям расцелую, да не хочу, кто подпишется, потому что действительно каждый подписчик мой друг. Ребята, мы заканчиваем. А если вы хотите больше мини-игр, как мы делали в предыдущей серии, то есть топ-5 там красивых покемонов, топ-5 сильных покемонов, топ-5 там уродин, балбесов и всякое такое, топ-5 самых смешных имен. Короче, много топ-5 такие мини-игры, то, ребята, пишите в комментариях, хотите ли вы или нет. Если да, то может в следующей серии у нас будет еще какая-то новая мини-игра. Ребята, к сожалению, мы уже будем сейчас заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.